наградили Замида Чалаева Серебряным крестом. Чалаев Замид Алиевич награждается почетным знаком полка нашего «Серебряный крест». И они, не ставя их ни во что, как бы показывая вот это свое презрение, вы можете там кем угодно себя называть. Для нас вы наши лакеи. Удивительно просто положение вот этих вот рабов, этих прислужников. Как недавно в эфире ЧГТРК говорил там один из ораторов, мы вам прислуживали, вот эти вот. Да ладно, кавказских бойцов награждали георгиевскими крестами еще в Российской империи, и они этим гордились. Награди русского или украинца каким-нибудь серебряным полумесяцем, думаешь, обидятся? Так, из Украины пришла еще очередная новость о том, как какой-то полк, не знаю, как он называется, со стороны России, который воюет на стороне России, они наградили Замида Чалаева Серебряным крестом. Чалаев Замид Алиевич награждается почетным знаком полка нашего «Серебряный крест». Новость, на самом деле, абсолютно такая обычная, ничего, мы привыкли к тому, что кадыровцев награждают крестами. Но здесь я хотел бы обратить ваше внимание на другое сегодня. Так, посмотрев это видео, я подумал об этом. Это насколько все-таки их не уважают в этих же рядах, что дарят им кресты, вешают им, да, эти ордена. Вот, допустим, в дипломатии, когда, скажем, у кого-нибудь там короля Саудии, там, президента Ирана, или духовного вот этого лидера Ирана, если, допустим, их куда-то в какие-то страны приглашают, или они там с государственными визитами их посещают, и вот вы можете себе представить, чтобы их, допустим, награждали бы крестами? Нет, на моей памяти вообще нет ничего подобного, потому что это очень важный такой дипломатический момент. Эти все вот эти нюансы, они уточняются, выверяются, чтобы ни в коем случае никак не оскорбить этого гостя, высокого гостя. И поэтому таким лидерам, представителям этих стран, которые считаются исламскими, неважно, какие у нас там внутренние разногласия, шииты, не шииты, для них, допустим, для России, для Китая, для Соединенных Штатов Америки, они все являются исламскими странами, мусульманскими. И из уважения к ним ни в коем случае никогда им не повесят крест, потому что это оскорбит их. Более того, уточняются даже такие моменты, как дресс-код, там, не пожать руку, допустим, чтобы женщина не жала им руку. То есть эти все моменты там уточняются, чтобы ни в коем случае их никак не оскорбить, чтобы не получился какой-то казус на таком мероприятии. А вот здесь вот, это насколько их ни во что не ставят, вы понимаете? Они ведь знают прекрасно, что эти себя ассоциируют, типа как мусульмане. И они, не ставя их ни во что, как бы показывая вот это свое презрение, вы можете там как кем угодно себя называть. Для нас вы наши лакеи, наши вассалы. Нам плевать, что вы там, как вы себя там ассоциируете. И мы будем вам вешать кресты. И вот этот уровень, это даже не уровень какого-то там государственного масштаба, это уровень полк какой-то там. Этот полк, типа подарок такой делать, награждает. То есть это тот момент, где можно вообще сказать без проблем. Нельзя, я не хочу крест, это не, как бы для нас это неприемлемо. Но для него это как раз-таки приемлемо. И для него это приемлемо, и те, кто ему вешают, прекрасно знают, что это приемлемо. И плевать они не хотели на все вот эти вот нюансы, там, дипломатии и так далее. Поэтому и вешают кресты. Недавно Михалков сделал предложение, очень, кстати, грамотное, да, с точки зрения с российской стороны, если на это посмотреть, Михалков сделал очень грамотное предложение. Сказал, что давайте, мол, для наших республик, которые исконно не христианские, а проживают мусульмане, но они вот в составе России, они наши граждане, давайте для них сделаем, значит, награды государственные, которые у нас исполнены в виде крестов, сделаем их символику,
чтобы было, вот, допустим, награда, орден мужества в виде креста. Давайте сделаем так, чтобы орден мужества имел два разных вида. Вид, значит, креста и вид какой-то исламской символики. Да? А, ну, я не знаю, он это сказал, и дальше вроде бы нигде я больше не слышал, чтобы это где-то обсуждалось, но предложение само по себе было очень грамотным. Но его просто проигнорили, по крайней мере, пока мы не видим никаких сподвижек в этой теме. Потому что плевать там не хотели на то, чтобы не ранить там чьи-то чувства. Хотя для того, чтобы представить перед миром, перед там исламским миром и дать Кадырову вот эту возможность говорить, вот смотрите, там он бы, знаете, как сильно этой темой бы козырял. Даже для этого им не дают вот этой темы. Удивительно просто положение вот этих вот рабов, этих прислужников. Как недавно в эфире ЧГТРК говорил там один из ораторов, мы вам прислуживали. Вот эти вот, их так и воспринимают, правильно делают. Вы нам служите, служите нам за кресты, им говорят. И, по-моему, абсолютно правильно делают. Вы нам не ровня. Да ладно, кавказских бойцов награждали георгиевскими крестами еще в Российской империи, и они этим гордились. Награди русского или украинца каким-нибудь серебряным полумесяцем, думаешь, обидятся? А, насчет того, что кавказцев награждали, ты абсолютно прав, это были вот как раз предшественники, да, предки вот этих сегодняшних кавказцев, которых сегодня награждают этими крестами. А, уважаемые у нас в народе кавказцы, они, их никогда никто не награждал серебряными, вообще никакими российскими наградами, вообще никакими. Это считалось у нас очень зашкварной темой. И я, наверное, те имена, которые даже могу припомнить, людей, которых там, как ты говоришь, награждали, которые служили, это те имена, которые у нас в народе, их ни в коем случае уважением никаким они не пользуются. А что касается второй части, обиделись бы украинцы или русские, а мне сложно судить, я не знаю, потому что в исламе нет такой символики, то есть у нас нет таких символов. Вот этот полумесяц, звездочка, это не символ ислама на самом деле. Он вообще появился при Османской империи, далеко после ниспослания ислама. Символом ислама являются люди. Вот девушка, покрытая в хиджабе, да, в соответствии с исламом. Вот это символ ислама. Мужчина, у которого борода и укороченные усы. Это символ ислама. То есть у нас нет вот таких символов. Поэтому мне сложно об этом говорить. Мне сложно сказать. Понимаете, вот крест – это явный символ христианства. Хоть он... Ну ладно, не будем вдаваться как бы в эти моменты. Это символ христианства, и это понятно, что когда ты его даешь мусульманину, это неправильно. А вот в обратном направлении у меня нет ничего того, что я мог бы представить и сказать, что вот это, если подойти. Но я не знаю. Так как полумесяц, ну, это не является символом ислама, понимаете? Это даже если сегодня кому-то из немусульман, допустим, что-то... Да, хотя я даже видел немусульман, которые, например, могут себе нанести полумесяц, вообще никак не ассоциируя это с исламом. Ну, просто им нравится полумесяц, понимаете? А мусульманин не может просто нравиться крест и носить его. Он не может. Чувствуете разницу? Интегрини, я